Добрый день! Знакомимся с сыворотками от бренда Artistry. С вами Галина Суханова. А перед вами средства с витамином С и гиалуроновой кислотой. Мы знаем, что соединение витамина С – это нестойкие соединения, поэтому сыворотка готовится непосредственно перед применением, перед началом месячного курса ухода за кожей лица с помощью этого средства. Это прекрасное средство интенсивного действия, которое борется с морщинами, придает коже упругость и также работает по принципу косметических филлеров, то есть заполняет морщины. Витамин С содержится вот в этом колпачке дополнительном, в порошке. И сейчас легким движением, да, вот мы видим, как порошок попадает в действующее вещество с гиалуроновой кислотой. И дальше в течение 30 секунд интенсивно нужно взболтать средство, и оно готово к применению. Наносим средство, как обычно, на лицо после очищения и после тонизирования, перед этапом нанесения крема с помощью пипетки. Достаточно 3-4 капель на лицо. Можно применять утром и вечером. Ну что ж, желаю всем красоты. Если понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Благодарю вас за внимание. С вами была Галина Суханова.